Здрасте, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня пятница, прилетел Зур, прилетел у нас на башню. Вот здесь он располагается. Роковая энграмма идет одна на три персонажа. Подходите к покупке суммам, дают вам недостающую экзотику. Пятерка мечей дает возможность настроить сумрачный налет так, как вам удобно. Зур нам привез черный коготь. Совсем недавно эта экзотика уже появлялась у него в продаже, поэтому если вы в прошлый раз вдруг не купили этот меч, это один из самых лучших мечей игры, покупайте. В PvP хорош и в PvE хорош. На охотника Зур привез радар тупиц. Он вам дает эффект так, как вы, когда пользуетесь мидой. Да, то есть вы когда целитесь, у вас не пропадает прицел. Достаточно удобно, но все-таки лучше использовать другие виды экзотики. На Варлока он привез Душу Вечности. Данные экзотические перчатки дают вам энергию гранат, тогда, когда вы гранату бросили. То есть такой круговорот. Ну и на Титан он привез Тапки Бешеный Лев. Я лично ими не пользуюсь. Дают вам улучшенную маневренность во время полета. Вот такие вещи у нас сегодня привез Зур. На мой взгляд, актуален лишь меч. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья.